Приветствую вас, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе». И сегодня на распаковке 4 посылки. Итак, выбраться на природу у меня никак не получается. Вот в этот раз опять подводит погода на улице, холодно, дождик. Ну ладно, все равно настроение хорошее, настроение праздничное. Сегодня у меня день рождения, и вот в честь дня рождения давайте откроем 4 посылочки. Давайте начнем с вот этой вот посылочки, шла на 21 день, а оценена она в $5. Давайте посмотрим, что там. Давайте посмотрим, что там, эти посылки какой, берем в сторону. Это, да, пусто, больше ничего нету. Эта жена заказывала браслеты. Да. Вот такой вот браслетик. Нажмем в руку. Жена заказывала вот такой браслет. Симпатичный, блестит. Конечно, я сомневаюсь, что это серебро за 150 рублей, хотя ярлычок висит. Но довольно-таки симпатичный и увесистый. Весит немало, я думаю, грамм 6-7, вот так вот. Ну, вот такой вот браслет, значит, пришел жене. Давайте пойдем дальше. Дальше у нас вот такая вот маленькая посылочка, шла на 40 дней. Оценена она в 3,18. Оценена в 3,18. Посмотрим, что внутри этой посылки. Да, внутри этой посылки здесь пусто. А здесь колпачки. Колпачки я брал для велосипеда. Вот такой вот зелененький и красненький колпачок. Надевается он на ниппель. Накручивается на ниппель. И как-то он должен светиться. И как он должен светиться, я понятия не имею. Не знаю, как он должен светиться. Надо разобраться. Круто. Здесь должна ставиться батареечка, но батареечки в комплекте нету. Значит, и у меня такой батарейки нету. Да, ну купим батарейки. В следующем видео покажу, как они светятся уже на велосипеде. Все, едем дальше. Дальше вот такая посылочка шла 25 дней. Оценена эта посылка в $1. Что же у нас тут? Что же у нас тут-то? Тут-то что-то для рыбалки, как я понял. Что это, я никак не пойму. То ли донка, то ли чего. 6,3 метра. Булавочки. Не знаю, что это, я вроде ничего такого подобного не заказывал, надо будет посмотреть по заказам. Вот такая штучка, написанная 6,3 метра, 0,28 миллиметров, 3,75 килограмм. Если кто знает, дорогие друзья, для чего это применяется, здесь что-то, какой-то поводок. Видно на камеру, не видно, да, вот видно, какой-то поводок. Для чего это применяется? Я так думаю, что это какая-то донка или что-то. Ну, блин. Не заказывал я вроде ничего такого. Ладно. И давайте последнюю посылочку откроем. Посылочка шла 43 дня. Оценена в $1. Ты ее кто-то уже открыл. Наверное, племянница. И здесь, и здесь. Здесь у меня... Как ее правильно назвать? Линза. Да, линза. Вот. Здесь набор из 3 линз. Значит, так называется Ribby Glass, Macro и Vid Angle. Ну, я так понимаю, панорамные съемки. Да, вот такой вот набор из 3 линз. Здесь вот зажимчик. Здесь линзы.
Это вот колпачок, я так понял, на линзу. Это вот вторая линза. Ну, пока я вижу две линзы. Где третья линза? Науке это неизвестно. Это просто колпачок на линзу. Так что здесь две линзы, а не три. Сейчас посмотрим. Это вот, так я понял, пакетик для ихнего хранения. Да, две линзы, не знаю почему. Итак, да, дорогие друзья, небольшой эффект есть от этих линз. Но больше мне всего понравилась макросъемка. Макросъемка довольно-таки прикольная получается. Так что вот так вот. Вот такие были посылочки сегодня, праздничные. А мы с вами увидимся, как всегда, через 4 дня. И, может быть, все-таки удастся мне на выходных на этих надуть лодку, снять видео и, наконец-то, поплавать немножко. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного видео. Ждем хорошую погоду. Всем пока. Жду вас на своем канале.